ты сейчас? Страна. Мьянма. Город. Янгон. Пагода. Шведагон. Самая большая. Посмотрим. Из которых мы видели, да? Ну да. Наверное, самая большая в мире. Ну, внутри примерно так. Там люди молятся. Высота 100 метров пагоды. Территория 46 гектар. А вот непосредственно и она. Даже видно было для сравнения, какая ты. Подходи ближе к собору. Вокруг большой пагоды куча маленьких пагод. Манин. Красиво? Вообще шикарно. Видишь, они все с цветами? Угу. Ну, я праздник именно какой-то. Я не всегда буду без цветов. Yeah.
красиво против солнца. Тут поливает тоже. Угу. Видно, какой-то момент ощущения какой-то. Думаю, вот там девочка на встречу пошла. Сюда будем показывать? Круглавый слоник. Вот там храм. Все показать нереально. Очень много всего. На китайском вот написано что-то. На местном языке. Чего это? На пропуск. Да, вот тут тоже еще одна погода. Одна там, другая тут. Угу. Люди кушают. Вот это пальма. Ага. Прикольно так, посреди дороги одна. Смотри. Это выход. А вот вон, смотри, белые стопы какие. А вот тут покажи вот эти вот резные штучки. Угу. Сейчас. Угу. Вон там где-то висит. Угу. Тут тоже поймите. Угу. Давайте людям тебе покажем, что это стекло это или ваше. Из зеркал? Thank you.
Вот смотри, какие подаяния вывозят на тележке. Угу. Бананы, кокос. Ну да. И цветы.